100 человек уже с нами. 150. Друзья, привет. За кадром находится Андрей Стоянов, и он будет комментировать то, что происходит. Обещанный стриптиз. Слово ему. А, слово мне. А я просто красиво посижу. Кстати, это постановщик мне. Он прекрасный человек, когда он хочет им быть. Иногда он очень бедный. А сейчас он скажет теплые слова. Елена прекрасна, она обворожительна. Андрей почему-то начал сейчас на «вы» разговаривать, понимаете? С кем на «вы»? Елена прекрасна. Елена прекрасна. Это я в третьем лице тебе. Видимо, она должна была или как-то обещала вам станцевать стриптиз. Вот предполагаю, что настал тот час. А ты свой телефон? На телефон стриптиз он... должен быть под музыку. Как станцевать без музыки? Ну что, все готовы? Сейчас найдем музыку. Давай я найду. Быстрее будет. А ты найдешь что? Что нравится тебе? Нет, любую я включил бы какую-нибудь. Из плейлиста. Все твои плейлисты, весь твой день не мой. Он весь не тот. Да, мы разные. Ну чего, там какие вопросы у вас, ребята, пока мы ищем музыку. Сейчас я найду Андрея, а Сафари сам внизу. Вопросов никаких пока. Ну, привет пишете? Да, привет пишут. Вопросов нет.
Это мы не можем показывать. Это мы показывать не можем. Да. Ну покажи кусочки, это так можно. Дорогие друзья, стриптиз был, я выполнила свое обещание. Участвуйте в конкурсах, всегда ваша Елена Беркова. Да, это было нечто. Сохранить нажми. А как завершить сначала?